Приветствую вас, Фатима. Вы знаете, мне бы, конечно, хотелось бы спросить у вас, что изменится, вообще-то говоря, да, вот что изменится просто. Ну, если, допустим, если, к примеру, я или кто-либо еще, кто-то другой скажет вам, что, ну вот, вот знаешь, Фатима, да, допустим, знаешь, вот так и так, вот это неправильно. То есть, ну вот неправильно, что примешивается родители, ну, к примеру, да, неправильно, это неправильно. Так вообще, не знаю, быть не должно, допустим. И что, собственно, изменится? Да, да, ну, неправильно, ну, правильно, что изменится? Что изменится? Ваш муж, что он внезапно перестанет так себя вести? Вряд ли. Вряд ли перестанет так себя вести. Ваш муж, что он перестанет ходить рассказывать вашей маме о том, что он, ну, о том, что произошло. Да нет, не перестанет рассказывать вашей маме, не перестанет хотеть, точнее, рассказывать вашей маме об этом. Вот. То есть тут, ну, тут момент, на самом деле, вот он такой, что дело не в правильности. Дело не в том, правильно или нет, а в том, что сейчас, вот именно сейчас, на данный момент, это происходит. То есть вот происходит то, что ваш муж выбирает такую модель поведения. И как мне кажется, вам этого не изменить. Не изменить. Ну, по крайней мере, на данный момент ничего не указывает на то, что вы могли бы это исправить. Вот. Понимаете, какая штука. Ну, поэтому, соответственно, возникает вопрос, на мой взгляд, такой, ну, достаточно интересный вопрос. В чем, как бы, ну, соль, да, в чем соль, в чем смысл вашего вопроса? А вы ссоритесь. Вы ссоритесь. Вот вы говорите, да, что, значит, когда у нас с мужем происходит ссоры, он всегда винит меня. Вы ссоритесь. Это понятно. Вы ссоритесь. Ну, вот это возникает вопрос. Возникает вопрос. Из-за чего вы ссоритесь? Возникает вопрос, какие у вас есть причины для конфликта?
Это очень важный момент. Вот вы не смотрите в корень. Корень заключается в том, что у вас есть ссора. Если вы ссоритесь, ну, собственно говоря, нужно поисследовать причину ссоры. Как вам кажется? Вот. Это очень важно, на мой взгляд. И дальше, я думаю, что уже, ну, уже можно что-то делать, да, уже можно в каком-то направлении смотреть, уже можно заниматься психотерапией, да, вот, потому что ссора, она связана, как правило, с тем, что люди, ну, боятся, опасаются очень сильно близости, люди боятся сближения, а ссоры, собственно говоря, это такой вот заменитель близости, получается, для, ну, человек. Вот. Поэтому здесь тонкость вся именно в том, чтобы определить причины ваших конфликтов, причины ваших, ну, ссор. И разобравшись с ними, да, уже решать все остальные проблемы. Вот, то вы, несмотря, собственно, с чего все начинается, да, несмотря, как бы, в корень вы пытаетесь решить проблему, которая лежит на поверхности. Ну, вот, а проблема, которая лежит на поверхности, да, это вот то, что он, муж пытается сказать что-то вашей маме. Вот, ну, вашей маме, да, но не родителям, не родителям своим, родителям. Вот. Конечно, неприятно, но это не ключевая проблема, не основная проблема. Вот. Основная проблема заключается именно в ссоре. И, на мой взгляд, вам нужно в первую очередь, на мой взгляд, вам нужно в первую очередь исследовать психологическую игру с канала. Вот. Она есть в интернете. Вы можете ее изучить, можете ее поисследовать и дальше, после этого, уже будет более-менее понятно, в каком направлении вам нужно двигаться.
Вот, значит, вы либо сами обращаетесь к психологу для решения проблем своих. Вот, либо вы обращаетесь вместе с мужем также к психологу. Вот. Ну, уже вместе с ним решаете проблемы. Может быть, сперва вы обращаетесь одна, потом вы обращаетесь с мужем. То есть здесь все зависит исключительно от, ну, от вашего желания. Вот здесь все зависит от исключительно от того, хотите ли вы, да, то есть, ну, все зависит исключительно от того, чего вы хотите. То есть, я думаю, вот примерно. Примерно так можно было бы вам ответить на вопрос, который вы задаете, ну, который вы нам задаете здесь, вот. Я думаю, так. Вот. Это, в принципе, все. Я думаю, что на этом можно закончить мой ответ. На этом можно завершить мой ответ. Вот. Я думаю, что если вы захотите, если вы захотите именно разобраться в своих семейных отношениях, то вы обратитесь за помощью к специалистам. Либо одна, либо с мужем, вот. И вам обязательно помогут, вот. На этом, в принципе, все. Если понравился вам мой ответ, то буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена.